Новый год — это всегда ассоциация с чем-то новым. Это новый этап в жизни. Это ощущение чего-то позитивного, ощущение, что будет в следующем году не так, как было в прошлом, значит, будет еще лучше. Это ощущение праздника, счастья. Будет дом, будет много игрушек. Мы на елку повесим звезду. Я каких-нибудь добрых старушек специально для них заведу, чтобы песни им русские пели, чтобы сказки ночами плели, чтобы тихо года шелестели, чтобы детство забыть не могли. Новый год, Рождество, счастье, радость, любовь. Происходят, да, чудеса. По крайней мере, для меня самое главное чудо — это то, что я в работе, я в профессии, я живу, я дышу, я приношу радость слушателю, зрителю. И это счастье, и это чудо. Это действительно чудо. Мне не под силу вой мучительных страданий. Пускай разлукою ослабят их года, чтоб в ярком золоте моих воспоминаний сверкали б вы всегда. В Рождество 2016 года меня и многих любителей музыки, многих любителей жанра мюзикла, моих поклонников ждет совершенно замечательное, на мой взгляд, тоже, наверное, чудо. Это будет мой первый сольный большой концерт в Москве. В этот замечательный день, 7 января, в Театре России, в центре Москвы, на Пушкинской площади, дом 2, мы споем обязательно самые красивые рождественские песни новогодние. Я буду петь с потрясающим коллективом «Эссе-квинтет». Ребята просто мега-профессионалы, очень гибкие с музыкальной точки зрения и задорные, от них такая энергия положительная, молодость идет, юность, что это не оставит равнодушным никого, кто попадет в этот зал. Будет просто прекрасно, если люди придут, посмотрят, послушают замечательную музыку. Будут и народные песни, и русские народные, и украинские народные песни. Будет рок, будет современная эстрада, и все вот это в жанре кроссоверов, обработанное на 5 народных музыкальных инструментов. Все живое, естественное исполнение, 100%. И вдвоем по трапе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай, и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свету.
свидание с зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна, на рассветный ползая песок. Так вперед за цыганской звездой кочевой до ревущих и южных широт, где свирепая буря, как божья метла, океанскую пыль метет. И глаза глядят с крылатой тоской в горящие небеса. При слове «Новый год» или «Рождество», конечно же, перед глазами встает главный символ этого праздника – это рождественская елка. Под елкой обязательно подарки должны быть. А как же без подарков? И сейчас я готовлю еще один сюрприз. Я пригласил поучаствовать в этом концерте восходящую звезду, актрису, композитора, певицу, очень красивую, талантливую девушку, помочь мне спеть несколько песен в дуэте, и, возможно, наверняка она споет что-то сольное. Актрису театра Вахтангова, победительницу конкурса «Новая волна» в Юрмале, Наталью Винокурову. Для меня огромное счастье осознавать то, что я еще практически ежедневно, выходя на сцену, я могу себе поймать на том, что я волнуюсь. У меня это волнение, вот, ответственность какая-то перед зрителем. Я выхожу, и мне нужно с этим как бы справиться, либо это перенести вот энергетически в тот посыл, который я хочу донести до зрителя. Поэтому я всех с огромным удовольствием приглашаю на свой концерт 7 января. Город Москва, метро Тверская, Пушкинская площадь, дом 2, Театр России. Потрясающий красивый театр. Приходите. Как говорит инцидент из Перчил, любовная лодка разбилась от пыли. С тобой мы в расчете и ни к чему печи взаимных боли без. Спасибо. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Благодаря вам я сегодня счастлив. Спасибо.